Bunyodkor Olmaliq uchrashuvidan keyingi matbuot anjumanini boshlaymiz. Huzuringizda mehmonlar jamoasi bosh murabbiyi Игорь Шкверин. О сегодняшнем матче краткое резюме. Обыграли нас по делу, по всем статьям, как пацанов. Бунеткор за 4 игры 4 мяча забил до этого, да? За 45 минут 3. Первый с пенальти, если вы помните, да, и второй пробил хорошим ударом Исмаилов. То есть ваша команда ведь тоже играла, не как дети. Ну, я вам скажу, если бы мы просто играем, я вот уже пятый тур, я не могу понять, во что мы играем, потому что на сборах мы играли в другой футбол, не всегда все получалось, скажем так, да, но играли в другой футбол, а здесь просто до того упростили игру, бабахаем вперед, зацепиться не можем, подбора нет. Если бы сборная Германии, потому что назад два тайма бегать, да, сил, наверное, не хватит, я говорю, даже у сборной Германии, потому что если бы она играла в такой же футбол, ну, как мы, я имею в виду, тоже качество, да, и бегали бы два тайма, 90 минут только назад, то, конечно, они бы не были бы чемпионами мира, они бы не проходили бы квалификацию, скажем так. Да, в принципе, ничего такого, что-то сверхъестественного. Мы делаем то же самое, на тренировках бразильцы, на игре узбеки. Не доходит, раз не могут применить. Ну, значит, не доходит, да. Значит, не доходит. Элементарные вещи, и вроде бы это какое, значит, не доходит. Потому что мы, в принципе, предполагали, просматривали Бунеткор, по телевизору каждый раз показывают и лигу, и, допустим, ну, домашние игры, там на выезде это все просматривали, в принципе, предполагали, что именно такая игра будет, что именно так будут играть, и объяснили, и, ну, значит, не доходит, или мы не можем донести до них. Здесь два варианта. Но я про это и говорю, что, в принципе, одними длинными передачами нам забили... Вы не учли это? Почему, если вы слышали, я же до этого сказал, что мы учитывали и говорили, и чтобы только замах, и сразу, как обычно это делается, надо отскакивать, а не ждать, когда это какого мяч за шиворот улетит, а потом бежать. И объясняли, что очень активный, особенно правый фланг, скажем так, левый, ну, менее активный, да, это какой Шарахмедова, мы прекрасно знаем, что первым пасом он, что он и сделал сегодня два раза, поэтому... В принципе, все мы это учитывали, просто я еще раз повторяю, или мы не достучались до них, что надо было вот так вот. А про середину поля, понимаете, Бунеткор хорошо прессинговал, не давали думать долго. Вот и вся проблема. Теряли мячи, как вы говорите, длинным пасом выводили. Очень много брака. Очень много брака, да. Из-за этого и складывается. Потом можно, да, допустим, как, естественно, брак бывает у всех, да, у нас он сегодня был очень высокий, да, брак, но, опять же, если мы, скажем так, подбора у нас нет, борьбу мы проигрываем, элементарную борьбу, да, у нас такие интеллигентные в середине играли сегодня, да. Как мультфильм, помните, там, как казаки в футбол играли, поехали они в Англию. Вот примерно так мы сегодня играли, да. Потом нам простые казаки сегодня задницу порвали на фашистские знаки. Здесь, понимаете, Таджиев, он зависимый человек, он нападающий. Я сам был нападающим, зависимый человек от полузащитников. Да, и, наверное, если мы 10 человек встали бы сзади бы, да, просто-напросто, может быть, мы бы 4 и не пропустили. Машан вообще не пропустит. Ну, я все видел эту игру, я видел комментарии всех, поэтому я комментировать не собираюсь игру Бунеткор Машал. Как если мы говорим про нашу, то это какого-то. Да. Могли бы, наверное, встать и отбиваться 90 минут, да, плюс там, сколько он добавил. Может быть, меньше нам бы забили. Но и в открытый футбол мы не играли. Шунчо башка совал, йога. Позвольте поблагодарить от вашего имени Игоря Анатольевича за участие в пресс-конференции, пожелать ему и команде удачи.
Спасибо большое. Да. До свидания.